Чуешь дым? Еще одна буровая машина. Ты со стыдом говоришь о содеянном. Жалеешь, что не дал Одину погубить их? Нет, я... Я не понимаю. Гномы ведь не были на цепи. Они не могли уйти? А дальше что? Их новые горны отродили землю Свартальфхейма, а сами еду они выращивать не могли, только покупать у Асгарда. Если бы они отказались работать, остались бы с пустыми животами. А, умно и мерзко. Семьи Гдрасиля. Проход в Муспельхейм. Может, он ведет на ту арену, где мы когда-то побывали? С чего ты так решил? Да просто мечтаю вслух. Помнишь испытание Сурта? Было весело. Мы тренировались. Тебе не было весело? Хм. Ну, в общем, надо поискать вторую половину семени. Соберем его и посмотрим, куда оно ведет. Кто-нибудь выяснил? Yeah.
Здорово. Теперь переберемся. Знай себе плодит тварей, как в последний раз. Для нее так и будет. Ah!
Так-то оно так. Только это сущая мелочь. Капля в море по сравнению с тем, что натворили асы. Помни о своих проступках, но не позволяй стыду верховодить тобой. Да? А почему нет? Перед тобой поставили невыполнимую задачу. Не вини себя за то, что не смог ее решить. Думаю, гномы бы с тобой не согласились. Все это ничего не меняет. Нет. Но это начало. Брат, хочу напомнить. Свартальфхеймская руда, которую мы нашли, может пригодиться Броку или Синдри. Брат, в своих странствиях я слышал о великой битве на твоей родине, в месте под названием Врата Огня. Жаркие врата. Ты там был? Нет. Я слышу сожаление. Я жалел, что не погиб там много лет, но больше не жалею. Я рассказывал вам, как однажды сорвал куш в Асгарде. Как-то Бальдр собрал всех лучников города и говорит: «Стреляйте по мне!» Мы стали делать ставки, сколько стрел в него воткнется, прежде чем он рухнет под их весом. Кошмар. О, нет-нет, он лишь хохотал. А я оказался ближе всех к точному числу. 446 стрел. Ужас какой. Не рассказывай эту историю, Фрей. Слушай, парень, я ведь еще не выжил из ума. Просто говорю. Больше не сплю. Хотя меня куда больше удивляет, что я устал. Я же видел, как ты целыми днями обходишься вообще без сна. Даже глаз не смыкаешь. Боги не дремлют. О, скажи это Тору.
Воздух стал чище. Наверное, потому что мы остановили машину. Смотри, рыба появилась. О, вот значит как. Дорлину? Надеюсь, он рад, что мы разобрались с машинами.
Отец, ты когда-нибудь сомневался в себе? Нет. Ясно. Это его лавка? Ну, на это указывает знак, подвешенный так, что вот-вот рухнет кому-нибудь на голову. Мы ищем Дурлина. Вам назначено время. Нет. А сюда приходят только если назначено? Пришел что-то у меня требовать? Думаешь... Прицепил отрубленную голову на пояс, и я так напугаю, что сразу возьму и соглашусь на предложение Эстрид, а? Мы ищем пленника Одина. Он заперт в какой-то шахте. Друзья сказали идти к тебе. Откуда у тебя? Ты ей им голову отрубил, а? Она была моей женой. Мы с закуской гадали, куда она исчезла после провала бунта. Провала? Смотри, смотри. Да. Фэй умерла. Взял лучших. Остался в живых, платит за все. Я боюсь, что не могу помочь вам с поисками этого пленника. Но он может знать, как остановить Одина и избавить Свартальфхейм от асов. Я больше не желаю идти против Сятца! Стойте, пока не ушли! Возьмите. Что это? Штраф. Вы нарушили закон о чистоте, разгуливая с гниющей головой. Дважды упомянули истинное имя Всеотца и... покорежили мой стол! Штраф? С оплатой можете не спешить. А теперь пошли вон. Привет тебе. Какая часть фразы «вон из моей лавки» вам не ясна? Ее зовут Закуска? Да, конечно. Тогда спасибо. И если из этой башки на мой пол натечет гнилая кровь... Ну, знаешь ли. Вы гляньте, она еще и болтает. Закуска, ты представляешь?
Да и рожа вроде знакомая. Я... просто у меня лицо такое. Ну да, кроме него отличиться тебе нечем. Нам пора. Эй, но это же не штраф. Не сейчас. Впереди враги. Лево! Сзади!
один! Ява! Так вот, я хотел сказать, похоже, Дурлин дал нам указание. Гном дал нам карту. Вроде того. Ты ж чуял, как от него пахнет. Но ведет она в шахту за той горой. Тюру! В целом, Дурлин нам помог. Не все воюют топорами и стрелами. Наверное, на нем получится подняться в гору. Может, там и будет эта шахта? Поездка на поезде гномов – такая редкость! Как будешь готов, поднимаемся на вагонетке, брат.
Кажется, тут нужно особое снаряжение. Вот уж чье имя не хочется слышать. Ты сам только что его произнес. И Дурлин. Ему и говорить не надо было. Все было написано у него на лице. Вернее сказать, выжжено на голове. Выжег след на голове Дурлина? Зачинщиков провальных бунтов карают быстро и беспощадно. Он стратег Одина? Да, и владелец Гьяллархорна. Убежденный сторонник Одина. Уверенность в своей правоте очень опасное качество. Кажется, мы на месте. Идем. Сюда! Там еще вагонетка. Поищем, как перебраться. Знаешь, может, если найти Тюра, мы будем в безопасности? Один, похоже, очень не хотел, чтобы мы его нашли. И когда Тюр снова займет место бога войны, Одину станет уже не до нас. Если он хочет этой войны, я не буду ему мешать. Кажется, нужно особое снаряжение.
Там что-то есть. Бомба. Нерабочая, но да. Скорее всего, принадлежала Барри Гному, построившему великий зал Люр. Это что, Дреки? Что тут было? Осторожней. Кажется, он мертв. Да, точно мертв. Ха, а вот интересно. Отец, берегись! Осторожно, хвост!
Осторожно! Вот это бойня! Держись!
Робот! Yeah.
вместе! Тяжкий был бой. Будь начеку, тут могут быть и другие. Думаешь, тот Треки убил первого? Если это и так, их обоих сгубила жажда крови. Там что-то есть. Там, внизу. Я вижу шахту. Должно быть, о ней и говорил Дурлин. Слева есть пути. Наверное, там еще одна вагонетка. Отец, а что если эта война не только Тюра, но и наша тоже? Война не единственный путь. Мы же боги. Добрые боги. Мы хотим остановить Рагнарёк и помочь всем. Что делать, если невозможно без войны? Атрей.
Кузня вперед. Ага, видимо, каламбур.